Привет, друзья! В мире нет ничего крепче, чем семейные узы. Наши родственники – это те люди, которые будут рядом в самые трудные минуты, помогут в сложных ситуациях. Это история о семье Буркемпер из американского штата Миссури. Старший сын Тодд успешно окончил колледж в 2011 году, после чего начал работать дизайнером приложений. Американец стал разработчиком программного обеспечения Buildium. Тот строил успешную карьеру, но всегда находил время для своей семьи. Мужчина был особенно близок с младшим братом Алексом, с которым они всегда были настоящими друзьями. Разница между ними составляет 6 лет. Тот построил дом в Венцвилле все в том же Миссури через 2 года после окончания учебы. Ему пришлось вложить очень большую сумму в жилье. Кроме того, мужчина выплачивал долги по кредиту за колледж, а еще приобрел машину. Нельзя сказать, что его финансовое положение было блестящим, но все же дела шли довольно неплохо. Когда Алекс закончил учиться в колледже в 2017 году, Тодд пригласил его переехать к нему. Жилье находилось в 30 милях от родного для братьев Сент-Луиса. Алекс был уже взрослым парнем, который не хотел жить с родителями. Очевидно, что ему было бы гораздо лучше поселиться с Тоддом, чем вернуться к маме и папе. Все-таки братья всегда хорошо ладили, у них много общего. Тодд разрешил Алексу жить у него совершенно бесплатно, но только в течение 6 месяцев. По прошествии этого срока, владелец дома решил начать брать у брата оплату за проживание. Алексу очень нравилось быть рядом с Тоддом, поэтому он согласился вносить нужную сумму за аренду. Однако парень даже не догадывался, куда уходили его деньги за жилье. У Тодда были кредиты. Конечно, еще ему нужны были деньги на ежедневные расходы, но он не тратил финансы Алекса. На самом деле мужчина хотел помочь младшему брату, поэтому придумал для этих средств более правильное применение. Во время пандемии Тодд решил устроить Алексу сюрприз и рассказать, куда же уходили его деньги. На тот момент младший брат прожил у старшего уже несколько лет, регулярно внося оплату за жилье. Родители, которые были посвящены в тайну, с волнением ждали этого момента. Они решили заснять на камеру реакцию Алекса на сюрприз, который приготовил ему Тодд. Когда младший брат увидел камеру, то был сбит с толку. Но когда Алекс узнал, что же происходит, то просто не мог сдержать слез. Тодд показал ему снимок с экрана с балансом сберегательного счета и сказал, что теперь это деньги Алекса. Что все это значит? Тодд решил вносить средства, которые платил его брат за жилье, в виде депозита на сберегательный счет. Таким образом, он хотел подарить накопленные деньги Алексу, чтобы тот мог купить себе дом. Благодаря подаренной сумме Алекс может купить себе собственный дом, используя деньги как первоначальный взнос. Тодд объяснил свой поступок очень просто. Ему не хотелось, чтобы брату пришлось испытать те же трудности, что и ему самому. Мать сняла очень трогательное видео, как Алекс начинает плакать после того, как видит огромную сумму на экране телефона, понимая, что теперь это его деньги. История была настолько милой и душевной, что женщина решила поделиться ею на своей странице в социальной сети. Мать говорит, что гордится своим сыном, щедрость которого является далеко не единственным его достоинством. Взрослая жизнь – непростая штука. Даже имея хорошее образование, бывает очень сложно найти свое место под солнцем. Без поддержки семьи не просто добиться успеха, устроиться в жизни. Алексу очень повезло со своим братом. Когда знаешь, что у тебя есть надежный тыл, люди, которые всегда помогут встать на ноги, это придает уверенности в завтрашнем дне. Если в вашей жизни были те, кто подставил свое плечо в трудную минуту, самое время поблагодарить их за это. На этом все, друзья. Делитесь видео, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!